Здравствуйте. Вышел срок работы счетчиков на воду. Предлагают заменить. Я слышал, что можно проверить приборы учета. Подскажите, что лучше сделать и куда с этим вопросом стоит обращаться? В верхней части квитанции указывается период, когда истекает срок поверки. Таким образом, мы и в очередной раз еще раз обращаем внимание абонентов на то, что у вас уже либо истек, либо истекает срок поверки. К примеру, вот просто частный пример. Срок поверки, если истекает в августе, например. Абонент, получив квитанцию, видит, что у него в августе истекает срок поверки. У него есть два способа. Он вправе поверить старый прибор учета, либо заменить его на новый. Если абонент примет решение, первый вариант, поверить прибор учета, то он может обратиться в Центр стандартизации метрологии. Они находятся на Плеханова, 53. Это государственное учреждение, которое занимается поверкой приборов учета. Обращается к ним, записывается на поверку, они поверяют, и абонент представляет нам свидетельство о поверке, о том, что он прошел поверку. Все, на этом закончено, продолжаются начисления по прибору учета. Если просрочил человек, ну не заметил по объективным либо субъективным причинам, то есть пропустил этот срок, то первые 3 месяца в соответствии с законодательством расчет будет вестись по среднему. Берется предшествующий период, год, вычисляется средний расход, среднемесячный, и производится плата. 3 месяца. Начиная с 4-го, мы обязаны произвести расчет по нормативу, который утвержден департаментом по тарифам Приморского края, и количеству зарегистрированных лиц. Вот таким образом. Поэтому либо поверка, либо замена прибора учета. И, конечно, желательно не пропускать этот срок во избежание последствий, таких как перерасчет и большие высокие платежи.